это да, нифига себе, мы так быстро приехали. Находится справа. Мы приехали в Пярну на рыбалку. Вот в этот домик. Ну, наверное, тут где-то парковка есть. Вот там. Прямо на берегу речки. Ой, как быстренько, да? Ой, вечером, говорят, светится он красиво. Пойди спрошу. Да, а что спросишь? Куда машина-то должна, куда-то вовнутрь завод? Машина вовнутрь, а тебе сейчас-то не надо машину вовнутрь, потом... Здесь такая вещь. Да я не понял, здесь вообще вот можно стоять, если что, так я пойду узнаю пока все. Ну иди, да, я тебя тут жду. Тоже вылезу. Сегодня тепло. Не знаю, в Таллине 10 градусов тепла, здесь в Пярну потеплее 14. Но у речки все равно ветерок. Короче, нашла я. Ну как нашла, я его долго не искала, конечно. Быстро нашла этот домик на берегу речки. Ну, номер телефона. Переночевать. Палатку можно ставить. Палатку ставить можно, прицеп тут. Да, а, есть еще у них эта бочка. Сауна у них тоже есть, рыбу ловить можно, вообще, короче, большой дом. Ой, ветерок тепленький. Вот посмотрю, машина открыта осталась. Здесь, а, я здесь не спущусь. Смотреть. На территорию зайдем как-то. Покажу наш маленький номер. Здесь недорого. Но наш маленький номер мы... Других просто вариантов не предлагали больше. 20 евро всего. Вечером этот мостик освещается, говорят, красиво. Вот такой домик. Что-то там никого нету, видимо. Попасть не может, что ли. Нормально. Приехали такие. Забронировали. Сейчас звонить будем. Вот тут домик. Двери открыты, никого нету. Ладненько, потом я еще что-нибудь покажу. Выйди, вон написан 5. Я тебе диктую 5508. Если я отсюда вижу. 508 или 504. 508 2 2504. Сейчас 2 часов должны принимать. Мы когда забронировали, нам написал этот хозяин, что ждем вас. Правда, дорога рядом, как бы около этого. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Нормально, короче. Что-то трубку никто не берет. Ну, пойди, просто не весь. Не, ну они должны быть дома. Какие-то белье сушится. Да, домик такой симпатичный. Вот так вот. Там речка. Спуск здесь не очень. Такой. Спуск не очень. Ой, стоп.
потеплее здесь тут в Пярну, чем в Таллине. В Таллине как-то не очень. Я не слышу, что? Иду сейчас, подожди. Ладненько, я, наверное, попозже что-нибудь покажу, потому что надо... Он тебе, наверное, звонил, хотел узнать, через сколько мы будем. Он говорит, конечно, нас нет, приеду через 10 минут. А, да? Нет, мне никто не звонил. А сколько время сейчас? 2 часа есть? Почти полтретьего. Странно, ладно. Ничего не понимаю, как он туда попал. Через забор, что ли? Ой. Да, тепло, хорошо. Туда залез. Тоже мне чудо-юдо. Так что вот такие вот тут виды. Вечером красиво бывает. Какие-то фотки видела. Мы на этой стороне, мы в Комсе все время ездили. А Комсы в этом году почему-то, не знаю, или закрыты, непонятно. Нифига себе, там уже в трусах загорают на той стороне. О, как тепло. А Комсы, короче, что-то не отвечало. Закрыто. Не знаю, на букинге его нет. Хотим прокатиться, посмотреть, вообще работает этот Комсы, нет. Вот, и решили в эту сторону.